7 сентября в Каспийске в Управлении по делам ГО и ЧС города состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. На встрече присутствовали глава Каспийска Борис Гонцов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Дагестан Муслим Девришбеков, начальник управления по делам ГО и ЧС Арсен Велиев, представители администрации МЧС, садовых некоммерческих товариществ и другие профильные специалисты. На повестке дня первым вопросом стало принятие мер по снижению риска возникновения ЧС в результате подтопления на территориях СНТ. Далее участники заседания заслушали отчет председателя СНТ о проделанной работе по установке гидрантов и обустройству водоемов на территориях садовых товариществ, а также они обсудили вопрос постановки на учет канала Моисеевский ручей. Завершилась встреча подведением итогов. По всем вопросам были приняты соответствующие решения.